Здесь, в этом доме, родилась моя мама в Алма-Ате. Значит, адрес улица Ауэзова, 145. И я тут тоже проводила части детства. Приезжал сюда летом. Ну, мама уехала в Россию жить. Советский Союз был. Там познакомилась в Ростове с папой. И он ее увез в Новороссийск, потому что он родом из Новороссийска. Но дедушка с бабушкой, мамины папа родители. И мама, да, они жили в Алма-Ате. И мы приезжали сюда. И вот до сих пор сохранился дом. Хотя он, конечно, очень старый, это он, вот его это строили еще японские военнопленные. А, это твой балкон? Вот мой балкон, а. Вот мои окна. Ну, я так помню, но очень уже, как бы, у меня смутные впечатления, потому что это мне было 20-30 лет. Квартира моего детства. Да. Круто. Ну, домофоны, тогда домофонов не было. Вот тут были сараи, какие-то качели, там, лавочки, все, видите, застроили. Вот. Но все равно здесь очень живописно, красиво. Это район выставки для тех, кто... ориентируется в Алма-Ате. Вот. Ты хочешь пойти, что ли? Ну, я зайду. Ну, окей.